Всем привет! С вами Надежда и компания Мариади. Сегодня я расскажу вам о лагерях, предлагающих размещение Homestay, то есть принимающая семья. Преимуществом данного типа размещения является прежде всего возможность попасть в настоящую британскую семью, а во-вторых, выгодность по цене в сравнении с резиденциями. Поэтому, если вы хотите больше погрузиться в языковую среду и английскую культуру, то этот вариант для вас. В этот раз мы подобрали для вас целых 6 лагерей. Итак, записывайте. Это Oxford International Greenwich и St. Dunstan's, студия Cambridge Steel Michael, Lyle Torbay и IP Bournemouth, а также Churchill House, Ramsgate. В наших предыдущих видео вы уже наверняка знаете про школу Oxford International. И мы обратимся к двум ее школам, предлагающих размещение в принимающих семьях. Oxford International Greenwich находится в одном из красивейших исторических районов Лондона – Гринвича. Здание школы – это памятник архитектуры 17 века в популярном студенческом районе и всего в 15 минутах езды от центра города. На обучение здесь принимаются дети от 12 до 17 лет. Вторая школа на базе колледжа St. Dunstan's была основана еще в 15 веке и находится в Кэтфорде, всего в часе езды от Лондона. Оба лагеря предлагают курс обучения английского языку по 15 часов в неделю, располагают прекрасным оснащением и насыщенной программой спортивных и развлекательных мероприятий, а также не менее насыщенные экскурсионные программы, куда входят Лондон и другие крупные города Англии, как Брайтон и Кембридж. Oxford International работает с авторитетными агентствами по подбору семей, поэтому сомневаться в качестве вам точно не стоит. Все семьи дружелюбные и гостеприимные, обладают большим опытом предоставления жилья студентам. Плюс ко всему этому, они живут недалеко от школы, что тоже является очень важным аспектом. Школа Studio Cambridge была основана в 1954 году и сейчас является одной из самых известных языковых школ в мире. Центр Сэр Майкл в Кембридже работает с 1969 года. Здание школы представляет собой величественный особняк викторианской эпохи с красивым садом и находится в 10 минутах ходьбы от центра. Кембридж – это настоящий символ английских традиций и английского образования. Здесь учились такие известные люди, как Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Владимир Набоков. Город богат на музеи, галереи и старинные здания. Лагерь принимает студентов от 14 до 17 лет, которые помимо занятий по английскому языку по 15 часов в неделю, предоставляются еще занятия по Global Leaders, мировые лидеры, где студенты приобретают необходимые навыки для достижения успеха, и по World Social Media, всемирные соцсети, где обучают правильно и интересно вести социальные сети и не только для личного использования, но и для бизнеса. Караоке, шоу талантов, кино, боулинг идут как часть развлекательной программы. Бассейн, футбол, велопрогулки, волейбол, теннис как часть спортивной. И Лондон, Оксфорд, Виндзорский замок как отличный выбор для экскурсионных поездок. Следующие лагеря разместились у живописного побережья Англии. Лагерь Лал Торбы находится в районе Торбы, в безопасном и уютном городке Пейнтон, в нескольких минутах ходьбы от центра города и побережья. Этот курортный район называют Английской Ривьерой, и он по праву считается одним из красивейших регионов Великобритании. Лагерь рассчитан на детей 10-17 лет и предлагает как серьезную учебную, так и насыщенную развлекательную программу. С размещением в принимающей семье Лал предлагает программы Vacation English и Vacation English Plus. Программа Vacational English включает в себя 20 занятий английским по 45 минут, одну экскурсию в неделю на целый день, 4 экскурсии на полдня, одно спортивно-развлекательное мероприятие в неделю и вечера в принимающей семье. В программе Vacation English Plus помимо всего вышеперечисленного, дополнительно предлагаются 3 вечерних развлекательных мероприятия. В качестве примера экскурсии на целый день могу провести города Бат и Бристоль, зоопарк, национальный морской аквариум и самый западный мыс Англии Land's End и многое другое. В качестве развлекательных мероприятий здесь выступают уроки гольфа, боулинг, кинотеатр, катание на коньках, пейнтбол и парк развлечений. Еще один лагерь IP Bournemouth. Бормут – это курортно-студенческий городок, атмосфера космополита, мягкий климат и самые чистые пляжи.
Школа находится всего в нескольких минут от центра города. Лагерь предлагает несколько программ обучения. Общий английский с 15 уроками в неделю, интенсивный английский с 20 и общий английский плюс 5, где 15 урокам в группе добавляется 5 частных уроков. В лагерь принимаются студенты от 13 до 17 лет, и в зависимости от возраста строится программа внеклассных мероприятий. Например, детям до 15, в отличие от тех, кто постарше, не разрешается одним покидать территорию кампуса. Развлекательная программа включает в себя международные вечера, игры, просмотры фильмов, шоу талантов, различные воркшопы и спортивные мероприятия. А по программе экскурсий студенты могут посетить Лондон, Брайтон, Оксфорд, Винчестер и другие города в зависимости от длительности курса. Черчилль Хаус Рамсгейт расположился на юго-восточном побережье Англии, в городке Рамсгейт. Это уютный городок с набережными и бухтой, заполненный яхтами. А исторический центр пронизан уютными улочками с кафе. Обучение включает в себя 15 часов английского в неделю с предоставлением учебных материалов. Культурно-развлекательная программа составляется таким образом, чтобы студенты могли расширить свой кругозор благодаря посещению интересных мест и улучшить уровень английского путем общения с другими студентами. Для этого устраиваются тематические вечера, спортивные и танцевальные мероприятия, конкурсы и игры. Студенты отправляются на экскурсии в Лондон, Оксфорд, Кембридж на целый день, а также посещают Кантерберри, замок Дайвер на экскурсиях на полдня. В лагерь принимаются дети от 12 до 17 лет. Условия проживания, такие как количество мест в комнате, наличие личной ванны, зависит от лагеря. Размещение в принимающей семье предполагает трехразовое питание. Завтрак, ужин и обычно пакетированный ланч. Но не все семьи могут обеспечить трансфер в школу и со школы. Поэтому, чтобы узнать более подробную информацию, звоните нам и оставляйте заявку на нашем сайте. Наши специалисты с удовольствием проконсультируют вас по всем интересующим вопросам. Хочу заметить, что все консультации, помощь с выбором учебного заведения и оформление в нашей компании абсолютно бесплатны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, узнавайте больше о языковых лагерях вместе с Мариади. Ссылки на наш сайт вы найдете в подписи к этому видео. Надеюсь, до скорой с вами встречи. Всего вам доброго. Пока.